Рано утром самый крупный российский сайт StarPro сообщил страшную новость. Многие не хотят в это верить, друзья, но факт остается фактом. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новостями. Этой ночью в тяжелом состоянии был найден в собственной квартире всем известный российский певец из 90-х Андрей Губин. Его нашел друг, который попытался ему ночью дозвониться, но Андрей Губин на звонки не отвечал. Он обнаружил его в квартире в коридоре на земле, он уже практически не дышал. Была вызвана скорая помощь, на которой Андрей Губин был доставлен в больницу, где сейчас находится в тяжелом состоянии. К сожалению, медики пока не дают никаких прогнозов. Они делают все возможное для того, чтобы Андрей Губин пришел в себя. Следите, друзья, за нашим каналом, мы будем держать вас в курсе свежих событий с Андреем Губиным. До скорой встречи, берегите себя, своих родных и близких.